Твери ветерана Великой Отечественной войны Фаину Николаевну Терентьеву поздравили со 100-летним юбилеем. Под ее окнами духовой оркестр исполнил песни ее молодости. Фаина Николаевна так растрогалась, что не смогла сдержать слез. Подробнее о празднике далее. Вот таким необычным образом со 100-летним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны Фаину Николаевну Терентьеву. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции праздник решили перенести на улицу. Муниципальный духовой оркестр исполнил самые известные фронтовые песни, а представители правительства области и администрации Твери поблагодарили ветерана за ее вклад в победу. Мы счастливы, что живем с вами в одном городе. Вы для нас олицетворяете поколение победителей. Спасибо большое за то, что вы, ваше поколение, сохранило для нас мир в нашей стране. Фаина Николаевна прошла всю войну от Белоруссии до Кёнигсберга и далее до Порт-Артура в Китае. Служила писарем, писала похоронки родственникам погибших бойцов. Помнит обстрелы и столкновения, получила ранение в ногу. А после войны продолжила работать воспитателем в детском саду и стала примером для многих поколений детей. Получить столько внимания в свой день рождения Фаина Николаевна не ожидала. Растрогалась и не смогла сдержать слез. Мне просто неудобно. Время столько у людей, столько заботы. Спасибо вам. Концерт хороший. Все очень понравилось. Спасибо вам громадное. Сегодня Фаина Николаевна отметит праздник в узком кругу. Пандемия не позволила собрать дома всю большую семью. Но внуки и правнуки пришли с цветами, чтобы хотя бы в подъезде передать поздравления бабушке.